творчеством Александра Сергеевича Пушкина знаком каждый житель не только нашей страны, но и за рубежом. Тяга к личности этого великого гения русской поэзии не прекратится никогда, ведь его мысли всегда близки читателям. Они волнуют, дают подсказку, утешают и вдохновляют. Так, в празднование Дня города на площадке Центральной городской библиотеки состоялся литературный праздник «Читайте Пушкина, друзья», на котором собрались все любители творчества этого великого поэта. Вниманию участников мероприятия было представлено множество книг с произведениями поэта, а также организованы викторины, где с удовольствием принимали участие и взрослые, и дети. Отец у него был царь, а этот-то кто? Я тоже думала, царевич, а когда прочитала сказку... Работниками библиотеки в этот день был открыт салон Татьяны Лариной. Здесь каждый мог смастерить из обыкновенной атласной ленты сказочный цветок под руководством сотрудницы библиотеки, перевоплотившийся в самый известный женский образ любимой героини поэта. Хочется отметить, что на данном мероприятии любой участник программы нашел занятие по душе. Кто-то мастерил поделки своими руками, а кто-то участвовал в викторине, блистая своими знаниями творчества Александра Сергеевича Пушкина.